День воинской славы и памяти 9 мая принято начинать на месте массовых захоронений павших воинов. Это погожее утро 68-й годовщины Победы началось у могилы неизвестного солдата. Представители духовной и светской власти возложили цветы на кладбище в местечке Болино. К памятнику выстроились труженики тыла и те, чьи родные и близкие погибли или пропали на войне. Ну и, конечно, ветераны. Сегодня им все напоминает о временах боевой славы. С Восточной Пруссии вернули, были окружены 30 дивизий на берегу моря. И нас вернули с Восточной Пруссии уничтожать эти 30 дивизий немецких. И мы их уничтожали до конца войны. Колонна пришедших отдать долг чести погибшим переместилась к монументу скорбящей матери. Там прошел традиционный молебен памяти. Из года в год на кладбище в Болино собирается все больше людей. Все хотят, возложив к памятникам алые гвоздики, почтить память тех, кто, не щадя себя, воевал за свободу нашей страны. С самого начала мы все-таки, не то что верили, а знали, что у нас тыл очень мощный, наша промышленность в тылу работает, а вооружение идет, и надеялись. Надеялись они тогда, надеются и сейчас на то, что жизнь будет светлой и счастливой, на то, что не будет войны, а память о их доблести и мужестве никогда не сотрется. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.